спросить, у вас что-то случилось? Нет, спасибо. Все очень хорошо. Перестаньте, не врите. Я вижу, что у вас что-то произошло. Расскажите мне, я вас выслушаю, попробую вам помочь. Попробует помочь? Да тебе, шикарный, длинноногой, запредельно роскошной блондинке, нас, девственников, никогда не понять. А вы что, девственник? Да. Да, я девственник. Ну давай, смейся надо мной, смейся, достань фотоаппарат, фотографируй меня, показывай друзьям, подругам, смей, давай. Нет, правда, я даже не думала смеяться. Да ладно, все вы так говорите. Пойду домой. Может, меня наконец-то забьет машина. Стой, ты что, с ума сошел? Какая машина? Какая машина? Такая машина. Пойдем. Идем, идем. Ты просто вернула меня к жизни. Спасибо тебе. Слушай, а я бы даже не сказала, что ты девственник. Mm? Ты прям такие вещи творил. Прям, ну. Я тебе на всякий случай оставлю номер телефончика, да? Ну, год желания наберешь. Наберу. Ну, спасибо тебе. Тебе спасибо. У вас что-то случилось? Спасибо. Вы должно быть очень заботливый человек. Но вам, шикарным, успешным, жгучим брюнеткам, нас, девственников, никогда не понять. А вы девственник? Да.